Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад, с вами Алена. Не удивляйтесь новогодней елочке за моей спиной, она у нас обычно стоит до конца января, до китайского Нового года. Весь январь – праздничный месяц. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям канала за ваше живое общение, живой интерес к моим скромным трудам. Но у меня возник творческий кризис. Я задумалась о развитии канала. Это не жалоба ни в коем случае. Просто обнаружила внутри себя такую суету, некую суету. Ну и задумалась. Вероятно, это позитивное дело, так и должно происходить. Мне стало казаться, что я делаю какой-то, ну, не очень интересный контент. В связи с этим вопрос к зрителям. А что бы вы хотели видеть на моем канале? Какие сюжеты? Какие темы? Приветствую любые предложения, любые мнения, конструктивные и не очень конструктивные. Спасибо всем большое!